Ребята, вашему вниманию очередной проект, где мы дорабатываем эту Шкоду Октавию 1.8 с точки зрения производительности выхлопной системы. Машина необычная, она на стейдже 3. Соответственно, мы полностью делаем всю выхлопную систему на 3-дюймовой нержавеющей трубе. Моя выхлопная труба просто превосходна. Это означает, что от турбины и до самих насадок пойдет 76-я труба. Все делается, изготавливается на аргоне. Аргонодуговая сварка. Можете посмотреть качество работ. Здесь стоит овальная банка. 76-я труба также на ней. И также будет установлен специальный резонатор, потому что при такой конфигурации довольно сильно гулко, громко в салоне. И порой 100-200. Невозможно ехать, потому что закладывают уши. Говорю уже по опыту, потому что это не первый наш проект. Кстати, мы заменили гофру, потому что гофра пришла в негодность из-за того, что была низкого качества. V-Band, 76-я труба, банка. Здесь будет установлен специальный резонатор, который будет гасить лишние вибрации и гул в салоне. В конце будет небольшая насадка. На все про все мы должны уложиться за один день. Время у нас уже 14:30, мы справляемся. И я думаю, ближе к вечеру, ну для вас это всего несколько секунд, вы услышите и увидите финальный результат. Игорь, ультравыхлоп, прокачиваем выхлопные системы с 2017 года. Занимаемся проектами практически любой сложности.